Сегодня будет картошка с грибами. Грибы беру резаные, потому что в таких же судочках есть и целые грибы, и резаные. Но в целых грибах много грунта, то есть они не мытые. Они немножко дешевле, их может быть больше, грамм на 50. Но не грязно их мыть, резать, морока. А резанные не чистые. Сейчас наша задача их выпарить, довести. До нужной нам кондиции. Для сохранения температуры сначала их накрыть надо. И огонь сделать чуть больше среднего. Когда температура набралась, крышку снимаем и грибы отдают воду. Это должно выпариться. Солить нужно последней стадии, потому что они уменьшаются в объеме и будут концентрированы сильно соленый вкус. Не солим. Так, интенсивное водоотделение прошло. Немножко масточка добавил. Самое время подсолить это все. Примерно 2/3 чайной ложки. Сырых грибов было 300 грамм, оно превращается в такую кучку. Как раз на сковородку 25 сантиметров диаметром. Огонь медленный делаем. Просоленные, промазанные. Готово. Можно было бы еще лук сделать, но он пойдет с картошкой. Все, грибы пересыпаем. Будут ждать. Грибы ждут, а картошка будет продолжать. Так, у нас уклон есть тут небольшой, но будем вращать сковороду.
картошка. Тоже на масле растительном буду жарить. Порезана соломкой. Сковорода горячая. Разделю и смажу. Огонь тоже, интенсивность около средней ставится. В картошке тоже много влажности, которая должна немножечко уйти. Эта температура должна быть высокая. И перемешивается картошка, чтобы каждая была в масле, каждая соломинка. До корочки. Вот как только появилась эта корочка, огонь делается тише. Так. И также накрывается. Теперь картошка в пару. Пару приготовится, протушится. Она будет не сколько жареная, сколько жарено-тушеная. Пришло время посолить картошку. И перемешать. Грибы получились солоноватые. Картошка с луком может будет недосоленая, а с грибами будет самое то. Так, порция получилась на двоих. На стоянке нашлась наша машинка. Ну и обед будет у нас шикарный. Так, ну, наверное, уже и пора лук. Может, много? Самые маленькие луковицы беру. Маленькие порции великоваты. Оставлять, хранить особо не получается. Картошка в меру прожаренная, в меру пропаренная. И еще с луком. Немножко смазать. Жареную надо вывести наверх, а то нам не запустить.
картошка пропарилась с лучком. Точно. На соль оказалась картошка еле-еле. Это хорошо. Еле-еле с солью. А вот грибы оказались солоней, поэтому сейчас будет как раз уравновешивание. Выглядит аппетитно после того, как после недели езды погрузок и выгрузок, можно сказать, что это выходной с такой сковородкой еды. Так, ну что, у меня фантазия особо нет, есть из доступного еще душистый перец. Сейчас почихаем ветерком. Так, может, и вам захотелось такого блюда? Сделайте его в домашних условиях лучше, конечно. Но это еще вопрос. Это еще не все видео. Так, ну, приятного аппетита, смачного. Бон аппетит. Примерно так.